Двери заперты. Окна тоже. Все? Да, мы проверили. Здесь все закрыто. Эй, ты чего? Нет, 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 стой! В Швеции подтвердилась вспышка вируса, похожего на агрессивную форму птичьего гриппа. Ходячие мертвецы. В доме вы в безопасности, но вы должны следовать правилам. Раз в 3 дня вы должны принимать таблетки, вы должны будете сдавать анализ крови. Вскоре для этого откроется медицинская комната. Все серьезно. Вы ключ к созданию вакцины против вируса. Единственная надежда для сотен тысяч человек. Вы избранные. Спасибо за содействие.